цель. Это цель. Условно. А это точка, на которой находишься ты. И между ними есть какой-то отрезок. И тебе просто нужно хотя бы примерно понимать, за какое время ты проходишь этот отрезок. И когда ты понимаешь, что... когда ты умеешь адекватно оценивать этот отрезок, то есть не ставить себе какие-то рамки, в которые ты просто никак не впишешься, или впишешься, но просто, блин, с ужасными последствиями для нервной системы, для пищеварения, для сна, для всего. Не надо так. Цели достигаются, они достижимы. Я не говорю, что тебе нужно, например, ты хочешь сдать книгу, ставь себе там 10 лет и расслабься вообще. Нет. Подход к цели должен быть четкий. Меня тут этому научили. Спасибо огромное моему куратору. Все нужно хотя бы чуть-чуть ей заниматься, но периодически. Но при этом не надо превращать это вот в запихивание в себя какой-то овсяной каши, которая вам не нравится. Превращайте это... Ну, то есть у вас есть 20 минут. Вы поборите лень, возьмите то, что вы хотели сделать, и посмотрите это. Не пихайте это себе в глаза, просто, ну, посмотрите свежим взглядом. Отредактируйте то, что у вас есть уже, или просто посмотрите на это. И на самом деле самое важное, что я хочу сказать, что я сейчас как никогда понимаю, что цели, которые ты ставишь, они достижимы. Ну, то есть это возможно. Это не какое-то абстрактное будущее. Ну, то есть у меня есть какие-то цели из разряда полумечты, а есть цели, которых я 100% добьюсь. И ты просто... Их не обязательно... Их обязательно отличать, вернее, но... Что я хочу сказать? Очень важно, идя к своей цели, помнить и о том, зачем ты это сделал. Потому что если у тебя в какой-то момент пропадет мотивация, это очень обидно бывает. Потому что, например, ну, не знаю... 5 лет вкалывал в школе, чтобы поступить в какой-то институт, а в 11 классе ты задумался, зачем тебе это вообще нужно. Конечно, эти усилия просто не пропадут так, но это все равно достаточно обидно. Поэтому запоминайте свою мотивацию и прописывайте ее. И планируйте время, это реально очень клево. Я стала успевать раза в 3 больше всего. У меня есть время на то, что я люблю, и есть время на то, что нужно. И... У вас все получится.